Откройте, полиция! За этой железной дверью скрываются опасные преступники. Двое жителей Владивостока разработали схему и некоторое время четко ей следовали. Они выбирали цель – человека, который перевозит денежные средства и важные документы. Следили за ним, а затем в удобное время нападали на жертву. В качестве оружия преступники использовали макет автомата Калашникова, пистолет-зажигалку, внешне похожий на боевой, газовый баллон, нож, наручники. Отследить злоумышленников было непросто, так как они передвигались на автомобилях с подложными регистрационными номерными знаками. Так, в поселке Угловое водитель внедорожника перекрыл движение большегрузной автомашине. После этого в большегруз ворвались двое мужчин с медицинскими масками на лицах. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они похитили у экспедитора 915 тысяч рублей и скрылись в лесном массиве. По данному факту следователям отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Задержать подозреваемых удалось только при силовой поддержке бойцов ОМОН. Открывай дверь! Я открываю! Открывай! Давай! Я без оружия! Открывай, открывай! По данным сотрудников полиции, один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и мошенничество. В отношении фигурантов этого дела была избрана мера пресечения – заключение под стражу. Дактилоскопические и биологические экспертизы подтвердили причастность обвиняемых к 6 эпизодам противоправной деятельности. Это разбойные нападения, использование заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков и похищение документов. Артемовский городской суд признал обвиняемых виновными в совершении серии тяжких преступлений. Каждому подсудимому назначено наказание в виде 5 лет, 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Алина Черненко, Василий Косилов. Новости на Восьмом.